Эволюция рептилии. В первой же части Mortal Kombat Рептайл появился как секретный персонаж. Во второй все-таки вошел в стартовый ростер, но все еще оставался ниндзя, перекрашенным в зеленый цвет. И пусть у него появились свои приемы, какую-то уникальность в костюме он обрел только в четверке, выставив на показ свою чешуйчатую натуру. А в Deadly Alliance это уже крокодил с длинным хвостом в черно-золотой броне. Deception Рептайл миновал, зато заглянул в Shaolin Monks. Этот более простой дизайн использовался и в Армагеддоне. Ну а в Mortal Kombat 9... Из-за него просто стало неприятно играть, потому что он похож на какую-то сраную черепаху. В иксе уже не такие широкие щи и интересная костяная броня. Но, безусловно, свой лучший дизайн он получил в Mortal Kombat 11.